На Дону откроют еще 5 центров доступа к фонду президентской библиотеки. Уже в четверг один из них заработает в Таганроге. 4 филиала появятся в регионе до конца года. Об этом заявил заместитель министра культуры Ростовской области на тематическом форуме в Южной столице. Начиная с этого года в Ростовской области открыто уже 10 таких удаленных центров. 3 из них на базе образовательных учреждений, 7 на базе библиотек. Ежегодный интеграционный форум собрал руководителей региональных центров доступа к фондам президентской библиотеки. Он открылся сегодня в Донской государственной публичной библиотеке и продлится до пятницы. Основная задача сегодняшнего мероприятия – это развить и продолжить деятельность региональной сети президентской библиотеки, определиться с задачами, с целями и методами их решения для регионов Российской Федерации. Региональная составляющая в составе работы президентской библиотеки очень велика и масштабна. Отмечу, в фондах президентской библиотеки имени Ельцина хранятся электронные копии документов, которые представляют историческую ценность для российского государства.